Сударыня, я был в отчаянии, когда узнал, что являюсь причиной вашей болезни. Клянусь честью, сударыня, если бы я знал, если бы я только мог знать, что вы так любите эту несчастную лань, я почел бы для себя за величайшее счастье сохранить ей жизнь. Господин де Монсоро, я сожалею, что причинила вам такое беспокойство, но уверяю, я ни в чем не виню вас. Ведь охота – это так важно для мужчин. И убийство лани – не преступление для охотника. Сударыня, я уже переговорил с вашим отцом, но все же позвольте мне пригласить вас на бал, который герцог устраивает в замке по случаю своего прибытия. Благодарю вас, сударь. Ради отца я согласилась принять приглашение графа де Монсоро. Я ужасно волновалась, потому что это был мой первый выход в свет, мой первый настоящий бал. Здесь мне предстояло встретиться с герцогом Анжуйским, и я не подозревала, какую роль он сыграет в моей дальнейшей судьбе. Его Королевское Высочество герцог Анжуйский. Я рад, что вы откликнулись на мое приглашение, барон. Ваши заслуги не забыты, и легенда о ваших ратных подвигах по-прежнему в ходу при дворе. Боже мой! Что это за фея рядом с вами? Это моя дочь, ваше высочество, Диана. Примите мои поздравления, барон. Сударыня, вы могли бы блистать в Лувре. Позвольте предложить вам руку. Вы окажете мне честь, если откроете вместе со мною бал.
После бала ко мне неожиданно зашел отец. Что случилось, батюшка? Дитя мое, господин граф де Монсеро просит твои руки. Господи, я так и знала. Боже милосердный, что с тобой? Что с тобой? Батюшка, я вас умоляю, если у вас есть хоть капля жалости ко мне, умоляю, не делайте этого. Диана, любовь моя, ты же знаешь, что я не только жалею тебя, но и молюсь на тебя. Но предложение господина графа де Монсеро – это большая честь для нас. Он принят при дворе. Батюшка, не надо. О, Господи. Батюшка. Ну, успокойся. Умоляю вас. Ну, успокойся. Я клянусь честью, дитя мое, что больше никогда не заговорю об этом замужестве. Успокойся. Благодарю вас. Через несколько дней в Меридоре внезапно появился граф де Монсоро.